vorbește, așa știi, Dan Iaconeș, o să ne ajungi așa, storiți. Это гостя скандал, это первый скандал, а вендеризм гитар, кроме милитари, это политика, это фармеш, это демон. Мы тесема, значит, что-то такое, декабря, десембр, сезма, пием, вот, все домики полиса, every 2 minutes, listen, listen. Значит, объекты, стритпорты, просто уже фармеш для Израиля, 100% или Путина. Ги так просто обвешал Путин контакт, трое изры милитари парвешали там. Мэк промо, значит, джер, значит, спорт, дестин, лисан, и десет политиков, и милитаристы, лисан. Лисан. Вот ты, я буду жаловаться пресекативным образом, пресекативным. Это пресекутимо твой реагир-то, лисан. Скандали водолази, мать, трени, every 2 minutes. Ат! И прессовать! И момент, у тебя говорили, нет? Просто, да, эта камера задает больше, больше, да, сейчас объясню, подождите. Это надо уже передавать сообщение, оно не пройдет, да. Значит, я буду писать видео вечером, писать момент. Время на следующий момент уже 3 часа приблизительно. Мы просим в истории, here, момент. Совсем уже обеленели, они просто прыгают друг каждые 2 минуты. Секретарь, здесь дорожка, не врите, здесь не дорожка, дорожка там. Людей, столько людей нет, у вас нет алиби никакого, хватит не вытаскивать посольство. Это видео не пройдет, а ты их проблемы, зафиксируй момент. 3 часа, какой день? Воскресенье. 27-е. Дебитат, лиса. Political listen and military information from my, значит, training. Instead my training demand to me to produce, просто produce, мы договорим, до конца тогда раз базар. Просто идет базар, я хочу информировать всех, идет базар. Я пытаюсь послать это видео. А кто против, listen, listen, to базар, making, значит, from my sport training, scandally, listen, it beat out of military political information. Мы кричим, enforced его антисемитизм, bloodshed, просто bloodshed of антисемитизм, антирутизм, for my training, denial of prohibition, make scandally for my skills, but beat out the information. Вторая часть разъяснения. Я говорю по конституционным правам, кому непонятно, разъясню позже. Нет? Значит, конституционное право, но мы создаем дотренировку, понятно? Без конвоя, вымогательства, политической и военной формации. Соображаешь, что они воруют и фабрикуют мне vision skills. Конкретно. Второе, сейчас объясню. Значит, вот один эфир, смотри, чтобы я фабрикативно говорю, они будут стрелиться, как я говорю, блядь, не сливать, понятно? Но ваша красивая сертифицированность, блядь. Момент, из информации узнаете позже, вы будете представать. Писать вам письменным людям. Хватит здесь затыкать, блядь, падла, мой спорт, блядь, рвань, блядь. Вы на либиру, вас не либиру, вас не либиру на действие. Я не верю продуцировать, значит, на всякое закусарство снимать, вы против России выступать. Прямым текстом против России. Вот так. Прям текст, в один момент. Хорошо, может это государственная проблема. Значит, меня выжимает Vision принудительным образом, загоняет на посольство, запрещает мне самоопределение в жизни. Хотят доить просто Vision принудительным образом, запрещая мне не самоопределение, а элементарную поддержку здоровья и частную жизнь. Не заканчивая разговор, есть вторая часть. На это же видео, это очень важное видео, нет? Значит, там разные переговоры, само собой. Хватит насиловать, блядь, ротовую кул, блядь, падла. Мои спортзанятия, оставляй их политику, блядь, падла. И военное дело, тварь. Я буду сдвигать всех дьявок тогда. И буду сдвигать всех видео. Я не буду записывать так красивые видео. Я не буду делать ничего. Вы имеете право контролировать меня и поправлять меня в сторону фабрикативности. Давайте проведем базар сразу. Первый зимний день. У меня шикарное лицо, абсолютно шикарная спортформа. Настоящий момент. Почему я даже отделюсь с вами?
Вы пришли так корродировать и искажать мое искусство, чтобы фабриковать и лгать на меня. Или на государство Израиль, или государство Россия. А собой государство России может этим выполнять. Помет? Дальше, вторая часть, вы не поняли. У меня есть доказательства. Вы такой вижу, у вас нет алиби. Помет, сейчас объясню, момент. Когда во меня просто хотят вытурить вообще полностью, просто занять меня, просто пиздят занятий. Меня пиздят занятий, я это дефицирую, я это дефицирую, я не дам. А либерно себя шпынькать, просто управлять и контролировать. Мы записываем сейчас документ, это криминалистический документ, это документ криминалистики. Хватит меня вышвыривать на посольство вместо моей жизни. Я делаю последний ультиматум. Особенно ваша флотилия за делом. Вторая часть, так и не доверяю. Вам скажу, блядь, падла, хватит. Скандалили за мою взрывку. Шефер снижок. Я отскандалю, блядь. На международной, блядь, сцене, тварь. После этого я с нее уйду. Не договорили, вы не поняли. Я имею доказательства. Сейчас. Я закрою все завтра и утром. Секунду. Значит, это значит, насилуют мое здоровье. Просто. Тренировка очень тонкая, требует централизированного, значит, каллиграфического подхода к ней. Из меня выжимают, вот так выколачивают информацию. Вам покажу, тварь. Вы не получите ни одного моего кадра, нигде. Ни одного разговора. Я буду скрывать, что я чувствую, что я вижу во сне в том числе. Доказательство заключается в следующем. Момент. Я вам покажу, блядь, падла. Ебало мне исчезать, блядь, падла. Когда им надо, они убирают лицо. Всех свидетелей, чтобы осуществить криминальное нападение. Точно в абсолютно людных местах. Translation. We don't need лицо. They remove everybody. We don't need to make criminal, значит, assault. Even in absolute public places. Пока все. Сейчас я сохраню, по-моему,